Русский старт. Русский старт. Русский старт. Добро пожаловать в будущее. Будущее популярной музыки. Русский старт на русском радио. Каждую пятницу дегустируем самые горячие новинки и знакомимся с самыми перспективными исполнителями. Меня зовут Максим Привалов, это Русское радио. Вот вам меню вечера. Супердуэт, супермачо, Эмин и Джонни выпустили совместку «Лунная ночь». Я полюбил лишь тебя, душу твою, слезы льются любя. По псевдониму следующего артиста сразу понятно, на что он мечтает заработать. Макан. Новая песня называется «Останься образом». Останься образом в тумане моим компаса. Нас ждет еще одна свежая работа от тандема молодых артистов лейбла Velvet Music. Фейгин и Даша. «Я и ты». Я и ты, мы просто созданы друг для друга. Я не умею танцевать, ненавидишь клубы. Ну и мой гость, артист, с которым хоть о музыке, хоть о философии, Сократ, представит свою новую песню «Убежим», причем представит лично через пару минут на русском, дождитесь. Ну что, как я рад, что ко мне пришел Сократ. Ура! Добрый вечер. Привет. Всем привет. Ну, для тех, кто, может быть, как и я, знает Сократа как Кирилла Остапова, так вам будет проще. Тебе как привычнее, Сократ, Кирилл? Мне уже, наверное, Сократ, потому что все мое творчество связано с этим именем, и все мои песни выходят под этим именем, и, наверное, уже на сегодняшний день Кирилл Остапов — это уже для друзей такое. Слушай, для семьи. Первые твои музыкальные опыты и эксперименты были как Кирилл Остапов. Да, так когда точно. Когда случился момент, когда из Кирилла Сократ полез? Долгое время музыка копилась в стол, и первый мой альбом был англоязычный. И, собственно говоря, именно поэтому появилось название «Сократ», потому что альбом назывался «Моя философия». Этот альбом в момент выпуска очень высоко оценил Рудольф Шенкер, это лидер группы Scorpions. Он послушал его, да, сказал: «Так, ребята, этот человек в правильных руках может бомбануть на весь мир». Вот. Мне достаточно нашей страны, поэтому я решил писать на русском языке теперь песни. И делаю это с большим удовольствием, чтобы слушателям нашей страны, естественно, было понятно, о чем я пою. Но псевдоним прилип, то есть как помудрел... Помудрел так и перестал. И уже назад не можешь. Да, хорошо. Сегодня ты пришел с новой песней. Да. Называется «Убежим». Да, вот все время бегаем куда-то, люди. Смотрим по сторонам, а самое главное, забываем о том, кто рядом с нами. Ну, от себя же убегаем, получается. Получается, что так. От себя убежишь? Нет. Не получится? Нет. А пробовал? Да на самом деле, зачем от себя бегать? Или ты сразу такой мудрый, что уже... Все классно, я такой, какой я есть, да. И об этом песня, о чувствах, о любви к тому, кто рядом. Но это целиком твое? Слова, музыка? Слова нет. Слова моего друга Данила Воднева. Музыку написал я, да, но в команде с моими прекрасными друзьями. За продакшн целый. Да, Дима Агафонов и Андрей Коноплев. Мы вместе делаем уже на протяжении 10 лет музыку. И, соответственно, это вот... такой тандем, который не меняется уже на протяжении долгих лет. Лучше один раз услышать, чем тысячу раз описывать. Согласен. Давай-ка мы ее запремьерим, да. Потом уже продолжим разговор. Сейчас там будет красивое интро на 16, на почти на 17 секунд. Можешь что-то такое вводное дать слушателям, настроить их на нужную частоту. Дорогие друзья, музыка всегда имеет возможность перенести вас в любое состояние, в любое время, в любое место. Поэтому просто закрывайте глаза, слушайте и наслаждайтесь. Экономим на путешествиях, в общем. Да. Все, так, премьера, да, на русском. Лицо, прям как вода, вместе с тобой, по городам, несколько слов, твой детский смех, мы убежим вместе от всех. Ветер лицо. На глазах запомню. Я играл в твою игру, в волосах твоих тонул, и теперь меня уснуть спокойно. Я больше сил эти чувства удержать, так что я тебя похитил и не стану возвращать. Время вместе внутри мне и поверить чудеса, выжить небесам.
мной, мы по городам. Несколько слов, твой детский смех. Мы убежим вместе от всех. Ветер в лицо, время как вода. Закрывай глаза, летим, все на авиарежим. Мы по ветру, хоть до звезд с тобою. Закатаешь острова, мы отправимся туда. А захочешь снежный ковер, вспомню. Нет больше сил, эти чувства удержат. Так что я тебя похитил и не стану возвращать. Время пристегнуть ремни и поверить чудеса. Выше к небесам. Ветер в лицо. Время как вода. Вместе с тобой. Мы по городам. Несколько слов. Твой детский смех. Мы убежим вместе от всех. Ветер в лицо. Время как вода. Ну, сразу чувствуется, что мой сегодняшний гость был на «Голосе» в команде Леонида Агутина. Правильно я помню? Совершенно верно, да. Сократ, премьера «Убежим» только что здесь, на Русском радио. Поздравляю тебя. Спасибо. Классная, спасибо. Летняя, легкая работа, расслабляющая. Ехать по серпантину в кабриолете. Совершенно верно. Сколько вариантов визуализации можно представить под эту песню? Просто... Можно грядки, да? Можно грядки. Просто легкий дэнс-холл на грядках, это будет хорошо. Ох, хорошо. Понравилась вам премьера или очень понравилась, напишите, пожалуйста, 8-916-003-105-7. Наш WhatsApp работает круглосуточно. Вот если есть какие-то у вас прям желания непреодолимые сказать что-нибудь приятное моему сегодняшнему гостю, скорее сделайте это. Разговор и знакомство с Сократом мы продолжим через пару мгновений. Это «Русское радио», не уходите. Я-я, это я, как обычно, не в гордом одиночестве. Сегодня большая страна слушает Сократа. Это мой гость, привет. Привет-привет всем еще раз. Ну что, сейчас буду тебя хвалить, ну, вернее, не я, зачитывать, что тебе написали. Я с удовольствием во-первых, послушаю. Ира нам пишет, что приятная звездная ночь, и ваши бархатные голоса обжигают ей сердце. Песня «Убежим» — кайф, спасибо за возможность услышать на волне «Русского радио». Я не на грядках и не в кабриолете, но точно в восторге. Сократ, любовь, пишет. Спасибо огромное. Всех благ, спасибо, что ставить новую музыку. Ну, слушайте, ради этого все и придумано. По поводу любви. Между прочим, вот Сократ, он же Кирилл. Я говорю, Кирилл, для человека, у которого недавно родился ребенок, ты подозрительно выспавшийся. Сколько месяцев прошло? 10 месяцев назад у вас появился малыш. Да, нашему сыну 10 месяцев. Это лучший ребенок на земле, потому что он ложится 7:30 вечера и встает в 7-8 утра. Поэтому у нас есть возможности провести время с супругой и выспаться хорошенечко, и прекрасно начать день с утра. А в кого он любит так поспать? В тебя или в нее? Я думаю, что в себя. Он понял, что ему нужно отдыхать перед грядущей жизнью. Самое главное, что родителям надо отдыхать, да, иначе. А, значит, для тех, кто не в курсе, вообще, Кириллу, сколько тебе, 33 сейчас? Да. Красивый, симметричный возраст. А, идеальный возраст. Да, сколько назад ты начал петь? По-моему, лет... Я думаю, что лет так прям активно, я 17. Думаю, ну да, где-то так. Вот, самый яркий твой момент, твой старт звездный, это же голос, правильно? Да. Команда Леонида Агутина. Да, это лучшее мое время молодости, давайте так это определим. Причем ты был на «Голосе», когда это действительно была вот такая расцвет этой программы. Второй сезон, все хотели, все рвались. Сейчас ты с улыбкой смотришь на тех, кто: «Да я же из «Голоса». Господи, кого там только, да?» Да нет, почему? Это огромный шанс для реализации многих исполнителей. Они могут показать свои возможности. Кстати, благодаря проекту «Голос» очень много артистов и появилось. Потому что в нашей стране люди поняли, что музыка может быть разной. Ну как появилась, так и закатилась. Но извините. Да. Это самое главное, для чего ты сходил на «Голос», ты там жену встретил. Да. А, нет. Нет, стоп.
Мы встретились в институте. Так. Я заканчивал институт, пятый курс. Она только поступила, все прям как в сериале. Все закрутилось, завертелось. Но зато с женой они вместе на «Голос» пошли. Да, мы пошли вместе на «Голос». Благополучно вылетели с одного и того же этапа. Крепко за руки держась, ушли в освоящие. И начали работать, да, вместе. Но это вас сплотило общее горе? Конечно, 24/7 мы страдали. Да, так и нужно. Супругу Кирилла зовут Валерия. У них, между прочим, на двоих есть дуэт. Это на данный момент уже, наверное, нельзя назвать дуэтом. Это творческое объединение двух сольных самодостаточных артистов. Артель. Да, я Сократ, она исполнительница Лера. И ее музыку тоже можно послушать во всех диджитал-пространствах. Так что сейчас мы даем вместе совместные концерты, потому что наша аудитория, которая к нам приходит, они хотят слышать сразу же двоих артистов. Мы с удовольствием встречаемся с ними именно в таком составе. Ой, мы это обсудим. Я нашел ваш райдер. О, серьезно? Абсолютно, так, что я же готовился к программе, мы и об этом сейчас тоже поговорим. Сейчас вопрос к нашему директору, сразу будет интересно, что там внесено. Ну, ничего сверхъестественного, золотых унитазов пока нет, но все впереди. Давай пока послушаем очередную новинку. Сегодня новую песню выпустили Эмин и Джонни. Знаешь, какая вот супер... Гремучая смесь. Да, квинтэссенция тестостерона и сексапила. Называется «Лунная ночь». Я полюбил лишь тебя. Новинка на русском радио. Сегодня в русском старте Эмин и Джонни. «Лунная ночь». Сократ мой гость. Добрый вечер. И знаешь, Сократ мой гость, но истинно, да, там Платон был мой друг, но тем не менее. Ну что, как тебе новинка? Прекрасно, прекрасно все, что делает Джонни. Я очень респектую этому артисту, и в совокупности с Эмином получилось очень красивого, восточного такого характера песня. Но она не сезонная. Лето пройдет, и она будет смотреться странно, неорганично. Я вообще, если честно, под сомнением ставлю фразу «сезонная музыка». Ну, такого не бывает. Зима, холода, одинокие дома, тут ты моя лунная ночь. Ну и что? Если людям это нравится, им не важно, какое время года на улице сейчас. Все, я понял. Песня тебе нравится, плейлист себе добавишь. Да. Очень хорошо. Едем дальше. У нас есть еще несколько новых песен, мы их обязательно обсудим, но пока к тебе возвращаемся. Значит, для тех, кто нас только поймал, сегодня в гостях Сократ, он же Кирилл Остапов, 33 года. Человек давным-давно поет, сходил на «Голос», вместе с супругой оттуда вылетел, сделал дуэт, называется «Против правил», погуглите, посмотрите. И сейчас еще по одному вместе с женой тоже выступает. Да. Она у тебя певица или актриса? Таким чудом удалось ей сделать и то, и другое. Она потрясающая актриса и потрясающая певица. Ну, погордись, где можно, в каких фильмах ее увидеть? Фильм «Бумеранг» Петра Буслова прошел недавно, да, во всех кинотеатрах страны. Совсем скоро на канале СТС выйдет новый сериал в главной роли, называется «Классная Катя», где она играет Катю с Гошей Куценко, Даней Милохиным. Там состав актеров просто потрясающий. Ну и на канале ТНТ «Девушки с Макаровым» она играет роль Синицкой. Ничего себе, слушай, ну у нее прет прям. Вообще нормально, сижу с сыном. Нянь. Сижу с сыном, занимаюсь музыкой. Все правильно, так должно, на домохозяйстве. Пишу ей песни и себе вот одну, и написал себе 4, получается. Слушай, а кому-то еще ты отправлял из артистов, которые, ну, чуть-чуть больше уже сделали, чем ты в музыке? Пока что жадничаю. Реально или просто слишком, не берут? Нет, вообще ни разу не имел попыток кому-то что-то отправить, потому что все песни, которые пишу, это слишком выходит из меня, и мне хочется оставить это при себе. Ну, в крайнем случае, для жены. Сколько в столе у тебя там? Насколько альбомов? Ой, это очень много. Мне кажется, там из разных демок можно 14 песен прямо сейчас скооперировать, а дальше... Ну, короче, дофига материала. Вот англо-альбом ты выпустил, а русский альбом? Русский альбом сейчас пока я не имею таких видов. Я думаю, что я буду точно выпускать песни. Не имеет смысла? В данный момент, думаю, нет. То есть есть люди, которые стремятся выпускать альбомы, а я хочу каждые там 2 месяца условно радовать слушателя и выпускать песни, чтобы они вновь и вновь окутывались в какую-то определенную атмосферу под мою музыку. Вот это КПД у артиста. Да, стараемся. В общем, он не даст вам пощады. Каждые 2 месяца вас будет. 2 месяца выстреливаем, могу чаще. Не надо, а может надо. Но у тебя отпуск-то будет или нет? Если честно, я уже с открытыми глазами смотрю на потолок в надежде на то, что когда-то нас
настанет день, когда мы с женой и сыном улетим отдыхать, но мы не жалуемся, мы любим все, что вокруг нас происходит. Это прекрасная жизнь, яркая, она позволяет всегда находиться в тонусе. Прекрасный тост. Три музыкальные минуты, после этого продолжим. Да, не чокаясь, наоборот. После этого продолжим разговор с Сократом. Если вам, кстати, понравилась песня Эмина и Джонни, мы ее послушали «Лунная ночь», если вам тоже вот прям захотелось куда-то туда, где плещется море, напишите нам 8-916-003-105-7. Возвращаемся в прямой эфир, продолжаем разговор с моим гостем. Сократ, артист, муж, отец, домохозяин. Друг. Друг. Все он, все он. Скажи, пожалуйста, а вот ну столько лет уже прошло с голоса, со всего, да, и так давно ты в шоу-бизнесе. Почему нет желания все-таки кому-то, ну не то что прибиться, ну найти какой-то лейбл, который будет тебе по душе, будет твои интересы представлять, возьмет тебя на абордаж, как Локомотив тебя подтащит куда-то? Мы когда-то с Лерой приняли решение, что... Все сами. Все сами. Да, это будет тернистый путь, он будет непростым, но для нас, как для людей творческих, которые пишут самостоятельную музыку и все практически делают сами, для нас так правильнее. Мы против правил движемся по этой тропинке. Это у вас дуэт так называется? Это наш уже кредо. Это уже кредо получается наше, да. И мы выпускаемся с Atlantic Records, наши песни, да. Спасибо им огромное за то сотрудничество, которое мы имеем. То есть у нас есть друзья, и наши песни доходят до слушателей, это самое главное. Ну а кто-нибудь предлагал? Из больших артистов. Да, неоднократно. Я, к сожалению, не могу называть имена. Ну, ты все равно сказал, почему, назови. А там даже бумажки некоторые подписывали, что нельзя было говорить, что предлагали. Реально? Серьезно, да. Но это Рудковская не меньше. Предложения были, но мы остались верны себе, своим принципам, и движемся не просто, но движемся вперед. Делиться не хотите? Да нет, дело не в деньгах, дело в самодостаточности и в собственном проявлении своего личного творчества. Слушай, ну есть же лейблы, которые не диктуют условия, которые там да творите, нам они не нужны. Вытворяете. Мы сами все знаем, все умеем. А если в чем-то сомневаемся или не знаем, мы спросим совета у старших коллег, вот и все. Телефон Агутина есть? Да. Почему он вдруг? Потому что Кирилл был, ну вдруг вы только что поймали на голосе когда-то в его команде. Да. Добрались мы еще до одной песни, называется «Останься образом». Артиста зовут Макан, давай послушаем. С удовольствием. Значит, ну я вам про Макана кратенько расскажу. 20 лет всего, Андрей зовут его, из Москвы. Ну такой рэпер, но судя по песне, вроде рэпер лирического образа. Оценим. Трогатель. Да. Ну вот такой турбированный исполнитель Макан. «Останься образом» только что на Русском радио в «Русском старте». Как тебе песня? Слушайте, ну лирика всегда хороша, особенно полдвенадцатого ночи. Это же колыбельная романтичность к чему-то обязывает. Да. Слушал бы еще эту песню или вот один раз и достаточно, все понятно. Спасибо, можно следующего? Ну, это лично не для меня. То есть я такое не слушал. Ну, то есть есть просто определенные вкусовые параметры у меня, без каких-то личных претензий к артисту. Просто не моя музыка и все. Ну, кроме музыки супруги и твоей собственной, что тебе еще доставляет удовольствие? Так, ну, Леонид Агутин. Это понятно, это святое. Так. Есть некоторые артисты, друзья, коллеги, которыми я очень восхищаюсь. Допустим, Сивак, мой друг, потрясающий артист, исполнитель. У него красивейшие песни. Антон Беляев, Термейтс. Для меня это тоже очень такой старший товарищ. Есть певица такая Гаяна. У нее очень интересные песни. Я вот недавно был на ее концерте, просто погрузился в атмосферу. Это было еще на крыше с видом на Москва-реку. То есть, ну, прям было красиво. Это мы сейчас и перечисляем, чтобы им и калось, и не спалось. Мы не спим, и им не даем. Привет им всем, да. Я напомню, что Сократ пришел не с пустыми руками, а тоже с новой песней. Мы вначале ее премьерили. Если вдруг вы пропустили, вот вам кусочек, чтобы вы, так сказать, прониклись атмосферой. Называется новинка «Убежим». Закрывай
Нравится, и не скрываю, уже сказал артисту в лицо, в глаза, что песня прикольная. Ты знаешь, и мне нравится, когда мои песни играют на радио, это очень приятно. Ну, бери выше, на русском радио. На русском радио. Самая главная радиостанция страны. Да, кстати, отдельное спасибо русскому радио за возможность сегодня присутствовать здесь, и чтобы музыка звучала по всей стране. Заходи, гостем будешь, всегда рад. Спасибо. Я повторю, что я нашел райдер моего гостя, потому что у нас разные артисты бывают. Бывают только начинающие. Вот сегодня у нас уже такой тертый калач, уже погастролировавший. Ну, давайте сверим, что вы там нашли. Слушай, ну, понятно, соки всякие, апельсиновые, минеральная вода, закуски, блюда, две фруктовые тарелки, две сырные тарелки, две мясные тарелки, белое сухое вино. Это кто вас любит пригубить? Это раньше... У нас вообще до мероприятия нельзя. Очень просто. Эти бутылки потом на всякий случай забираются домой после работы, чтобы в баре стояли, вдруг гости придут. Это чистая правда. Так вы тогда эти капсулы для посудомойки лучше заказывайте. Это так вернее. Салфетки тоже уходят в быт, просто знаете. Все в дом, все в семью. Ну, слушайте, у вас ребенок, вам надо. Вы детскую смесь, подгузники, это гораздо дороже. На сегодняшний день, кстати, можно уже это в райдер включить, пригодится, да. Сына зовут Александр, ему 10 месяцев, как мы выяснили. Что-то я не помню, вы уже показывали его или еще нет? Или да, мы сразу же показывали. У нас он после роддома уже 45 человек в ресторане встретил, с ним сразу же познакомимся. Мы из тех родителей, почему вы его после роддома в ресторан повезли? Чтобы все родные, близкие, друзья... Обывать. Да, как говорится, улыбнулись ему в ответ, да. Вот вы вообще без, как это называется, бескомплексные родители. Несуеверные, давайте. Несуеверные, молодцы. Ну, что касается белого сухого вина, вы не это, не любите. Я вот вообще, допустим, не пью уже 3 месяца. Почему-то после дня рождения принял решение, что ну все. Вот не хочу. Ну, 33-й уже пора. Ну уже. Да, уже пора, как только на фреше, здоровье на... подумать. Березовый фреш, что-нибудь туда. Да, отруби с утра, вот это все. Да. Я, кстати, раз ты назвался Сократом, я для тебя приготовил тест. Так. Назвался Сократом, полезай в кузов. Ага. Ну, что-то из этой серии. Ну, все, началось позорье, да? Да нет, сейчас мы послушаем песню хорошую, а после этого, ну, такой мини-тест на сколько ты, сколько в тебе Сократ... Хорошо. Сократовости. Хорошо. Выбирай, что хочешь послушать, Полину Гагарину, Ирину Дубцову или Юлию Савичеву. У меня для тебя... Полину Гагарину. Полину Гагарина. Да. С песни «Смотри». Пойдет? Да. Все, дальше на русском, по заказу гостя. Спасибо. Все забираю. Полина Гагарина на русском радио. «Смотри, а лучше слушай». У нас русский старт. Сегодня в гостях Сократ. Время бежит катастрофически быстро. Еще одна новинка, которую мы должны сегодня оценить, называется «Я и ты». Представлю ее скоро. Но пока игра для Сократа, раз назвался так, вот тебе правило. Значит, 3 афоризма Сократа. Я тебе читаю начало, а ты пытаешься их закончить. Хорошо. Ты знаешь, что пудов, ну слушай. Первое. Людям легче держать на языке горячий уголь, чем... Что он сказал, Сократ? Людям легче держать на языке горячий уголь, чем... Чем? Зубы. Хорошая версия. Чем тайну. Ну, то есть мы постоянно выбалтываем. Ну, все, давайте сразу же с этой игрой завязывать. Сейчас я буду чувствовать... Ты хорошо идешь, у нас такой результат. Давайте сразу же обозначим. Время 12 часов ночи. Я уже через где-то... Я Сократ, не настоящий. 15 минут назад я спать уже должен быть лечь, мне к сыну вставать в 7. Давай, вторая, значит, лучшая приправа к пище — это... Лучшая приправа к пище — это... Вот что Сократ мог бы сказать? Разговор. Почти. Голод, он сказал. Голод? Голод. Лучше, ну, типа, не переедай, особенно на ночь. Так, это и уже на загадки похоже. Кто хочет сдвинуть мир, тот для начала пусть сдвинет... Себя. Да! Yes! Я не подвел, я не подвел. Я знал, что я справлюсь хотя бы с одной. На 1/3 он Сократ. Все, на... я спокоен. Да, на правую ногу. Примерно так. И на часть левой руки. Давай слушать третью новинку. Называется «Я и ты». Фейгин и Даша. Совсем молодые артисты. Вроде как Фейгин написал эту песню, а Даша там ему что-то дописала. Причем Даша, это, между прочим, не чужой человек не для чужой. Нашего гостя. Это родственник мой. Потом мы расскажем вам, что их там связано. Пока давайте слушать новую песню. Я и ты, мы просто созданы друг для друга. Я не умею танцевать, ненавидишь клубы. В твоем плеере опять играют мои группы. Ты любишь умных так же, как и ненавижу глупых. Еще одна новинка, которая вышла сегодня. Фейгин и Даша, «Я и ты», мой гость Сократ. Скажи, мне нравится, не нравится? Конечно, нравится. Это же родственница. А что связывает тебя с Дашей? У моей супруги есть брат родной, и это его девушка. Ах они ты. Вместе живут, да. Слушай, всех своих протащил сегодня в эфир. Нет, старался. На самом деле, да, это случайное совпадение. Абсолютно. Да. Ну, приятно, что тебе понравилось. Закончим мы. Время с твоей
компания летит, к сожалению, слишком быстро. Закончим мы приятными словами, все хвалят. Мне очень нравится, значит, обожаю Кирилла, кайфуем от Сократа. Мне 52 года, и особенно радостно, когда артист не только красиво поет, но и говорит, приятно его слушать. Спасибо вам большое. Видишь как, не зря пришел. Да. Новую аудиторию тебе подтянули. Ура. Что хочешь сказать на прощание нашей публике? Спасибо огромное Русскому радио за то, что я сегодня здесь. Слушайте музыку Сократа, находите... В соцсетях Сократ, нижнее подчеркивание, против правил. Буду рад каждому из вас. Любите музыку. Русское радио Forever. Ура! Ура! Поздравляю тебя с премьерой. Классная песня. Убежим, послушайте, не пожалеете. Все, спасибо. Благодарю. Хороших выходных. Всем пока, нам. Пока. Чао. Русский старт.